Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed Plus 2017 года выпуска в серебристом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра 110 лошадиных сил, плюс гибридная установка в 22 кВт, АКПП передний привод, пробег 159 тысяч километров, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, имеются ветровики, бесключевой доступ, повторители в зеркалах. По салону у нас тканевый салон, чистый, ухоженный, не прокуренный, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, эко-режим, мультируль, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, две электродвери, контроль полосы, предотвращение столкновения, антиюз, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 91, 82, 73, 94, 78, 86, 76, 82, 88, 66, 90. Актуальную цену и наличие автомобиля вы можете узнать по ссылке в описании к видео.